Народ, всем привет! С вами снова Орлов Павел. Что-то давно у нас не было видосиков про Лего. Поэтому сегодня я вам расскажу о новинках Лего сентября 2021 года. Ну а с вас, как всегда, лайк и подписка. Ну что, ребята, погнали! И первая наша новинка. Серия Star Wars. Боевой корабль Республики. Знакомые детали этой штурмовой десантной канонерки прекрасно воспроизведены в кубиках Лего. Здесь есть парные кабины пилотов, откидные сферические турели, два тяжелых орудия сверху, удлиненные крылья, открывающиеся люки по бокам и сзади, а также детали интерьера. Поклонники Лего проголосовали за эту модель, что включить ее в серию Ultimate Collector. В этом потрясающем наборе вы найдете подставку с информационной табличкой и мини-фигурки Лего, командира клонов-пехотинцев и Мейса Винду. В комплект включены пошаговые инструкции, которые помогут вам погрузиться в сборку и получить удовольствие от захватывающего творческого процесса. Следующая новинка. Серия Лего Техник. Бульдозер Cat D11 на пульте управления. Отдайте должное герою строек мира, собрав копию самого большого бульдозера. Этот большой набор позволит взрослым с пользой провести время наедине со своим увлечением. Как и настоящий бульдозер, эта модель собирается из модульных секций. Поклонникам Лего понравится элемент, впервые появившийся в сентябре 2021 года – большая гусеница, которую можно натягивать и ослаблять. Но сборка – это только начало. У этой модели множество функций и возможностей, и вас ждет много интересных открытий. А далее у нас LEGO DC Бэтмобиль Тумблер. Набор с Бэтмобилем Тумблер позволит вам испытать свои навыки сборки и передать стиль одного из самых культовых автомобилей в истории кино. Впечатляющие модели Тумблера из трилогии фильмов о Бэтмене «Темный рыцарь» открывается крыша, обеспечивая доступ к водительскому и пассажирскому сиденьям и панели управления. Мини-фигурки Бэтмена и Джокера, а также подставка, входят в комплект. Благодаря прочному основанию для демонстрации готовой модели в лучшем виде, ваша копия тумблера будет доставлять вам удовольствие еще долго после совершения сборки. А далее у нас LEGO Technic грузовой эвакуатор. Откройте для себя мир техники с моделью грузового эвакуатора. Модель со множеством деталей отдает дань уважения самым известным тягачам в мире. Взгляните на решетку, воздушные фильтры, фары, выхлопную трубу и яркую раскраску. Затем изучите все пневматические и механические функции, которые делают эту модель такой реалистичной. Этот игрушечный эвакуатор с краном полон впечатляющих возможностей. Откройте капот, чтобы просмотреть шестицилиндровый двигатель с подвижными поршнями. Поворачивайте колеса, вращая штифт на крыше. Активируйте кран, поднимите стрелу, вытащите лебедку и выдвиньте выносные опоры. Впервые в истории выпущена машина с подъемной осью. Опустите дополнительные колеса, чтобы распределить вес груза. А следующая новинка придется по вкусу фанатам футбола. Стадион футбольного клуба «Барселона» Camp Nou. Поклонники ФК «Барселона» будут рады продемонстрировать любовь к одному из самых знаменитых футбольных клубов мира. Собрав тут увлекательный набор, постройте все детали грандиозного стадиона Camp Nou, такие как трибуна «Латерал» со знаменитым девизом «Больше, чем просто клуб». Крытая трибуна с кабинками для прессы и, конечно, само поле. Модель разделяется на 5 секций для доступа каждой. Фанаты ФК «Барселона» знают, как продемонстрировать преданность клубу, и эта модель стадиона от них не отстает. Используйте элементы Лего и лист наклеек, чтобы добавить реалистичные штрихи к модели Camp Nou. Например, символику Барсы, каталонский флаг и табло, тоннель для игроков, VIP-вход и автобус команды. Тут есть множество деталей, которые заметит внимательный зритель. А далее у нас Лего Марвел. Засада девиантов. Захватывающее приключение из фильма «Вечные» 2021 года киноиндустрии Марвел. Когда шестиногий зубастый девиант атакует троих вечных – Тену, Гильгамеша и Макари, детям придется призвать на помощь
все свои суперспособности, чтобы помочь им. Играя с тремя мини-фигурками супергероев, дети могут представить их суперспособности, умение Тены призывать оружие, суперсилу Гильгамеша и феноменальную скорость Макари. Если вы хотите приобрести этот набор для коллекционера мини-фигурок, то не забудьте, что мини-фигурка Гильгамеша есть только в этом наборе. Конструкторы Лего Марвел, созданные по мотивам фильма «Вечная», это уникальные наборы с крутыми фигурками персонажей, вдохновляющие детей на увлекательные творческие игры и открывающие для них бесконечную вселенную захватывающих приключений. И заканчивает наш список новинок Лего Марвел, «Вечная» перед лицом Аришема. Все захватывающие персонажи фильма «Вечный» киноиндустрии Марвел в одном потрясающем наборе Лего. В наборе «Вечный» перед лицом Аришема входят 4 фигурки «Вечных», а также фигурки «Девианта» и «Целестиала» для разыгрывания супергеройских сражений, которые вызовут восторг у детей. Вместе с 4 «Вечными» дети будут сражаться с «Девиантом» в облике летучей мыши. «Вечные» наделены крутыми суперспособностями, а Як единственный, кто может общаться с суперсильными внеземными существами – «Целестиалами». Серсея может превращать вещи во что угодно. Икарис обладает суперсилой, а Кинга может стрелять земной энергией. В набор также входит подвижная фигурка Целестиала, в руку которой помещается мини-фигурка любого Вечного. Если вы хотите приобрести этот набор для коллекционера мини-фигурок, то не забудьте, что мини-фигурки Аяка и Кинга есть только в этом наборе Лего. Это, конечно, не все новинки, но я выбрал только те, которые мне пришлись по вкусу. Если у тебя есть более достойные наборы, то обязательно пиши в комментариях. Ну а с вами был Орлов Павел. С вас, как всегда, лайк и подписка. Ну что, ребята, всем покедова!